Этой площадке в Губкине уже более 20 лет. До ноября 2021 года здесь планируют установить новое оборудование. Ведь ржавые качели и горка – не лучшее место для игр. Конкретно эти качели будут заменены на современного типа, качели так называемые гнезда. Дети очень любят эту конструкцию. Но это не единственная площадка, нуждающаяся в благоустройстве. На сегодняшний день мы проводим процедуру разработки сметной документации, заключения контракта. И уже до ноября текущего года работы по реконструкции 63 детских игровых и спортивных площадок будут выполнены. Будущие игровые зоны оценят и мамы, и дети. А появятся они благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» и дополнительному финансированию, выделенному главой региона Вячеславом Гладковым на сумму 50 миллионов рублей. За прошедший период мы уже выполнили работы по благоустройству 13 дворовых территорий округа. В предыдущем году выполнили благоустройство общественного пространства детского сквера. Городской пляж – следующая цель этого проекта. Площадка для стритбола и волейбола, столы для настольного тенниса и детская игровая зона по плану появятся именно здесь. Отдыхающие признаются, что очень ждут, когда смогут не только позагорать, но и активно провести время. Вот искупался, да, позагорал, можно в то же время для здоровья провести время там на турничках, как-то поподтягиваться там. В следующем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется благоустройство сквера имени Пушкина. Его дизайн выбирали сами жители путем онлайн-голосования на сайте 31.городсреда.ру, которое проходило с 26 апреля по 30 мая. Алена Коршикова, Никита Дереглазов. Такой день на Мире Белогорья.